несмотря на то, что Декарт полагает основанием человеческой психики механическое устройство, которое вообще является универсальным и распространяется не как на животный мир, так и на неживую природу, тем не менее, он вводит ограничения, избегая говорить об отклонениях или о крайних формах сознания. По его мнению, лишь о мыслящем, равно рационально мыслящем, я можно говорить как о существующем, в то время как нерационально мыслящее или мыслящее по иным законам, сознание не является существующим.